Это только страшно выглядит со стороны. Надо было не показывать вам, попросить закрыть глазки. Это не так больно. Больно один раз, неприятно будет сейчас. А почему не 25-й день? А, и там была 25-я. Так, плотная кожа. Все в порядке, как вы себя чувствуете? Нормально. Я попробовала, посмотрела. Да, тут все. Вот. А здесь уже сохранно. Вот. Можно. До этого уровня можно тоже вести. Да. И на разной глубине тоже, да, можно? Конечно. Все, больше она не позволяет. То есть получается 2,5 сантиметра, видите, 1,5 осталось где-то. Качественно другая коррекция, потому что тут равномерно, тут не надо думать внахлёст на предыдущий, чтобы была эта ровная линия, а травматично, резкий мотор один раз, да, а не 4-5, когда мы выкладываем, ну и безболезненно. То есть она очень мягко раздвигает ткани, и никакой анестезии здесь не нужно совсем.